Если вы не знаете, кто вы и чего хотите, попробуйте обнаружить, что у вас лучше всего получается. Чем вам нравится заниматься в свободное время, от чего вы получаете удовольствие, что вас вдохновляет и что вам интересно. И, наконец, поразмышляйте, чем же вам нравилось заниматься в детстве. Ну и, конечно, «хочу» — это про желание. А желания, как правило, ощущают и испытывают. Они происходят из чувств и эмоций.